428, я только все брал. Чуть думал, Самара, приезжай отсюда. Абрабена. Та-та-та-та-та-та. Опа. Я бокал. Хлюпнул с бокальчик. Отдай газку, браток, блядь. Вот и все, вот и кончилось лето. Нам 23 километра до места выгрузки. Пенза 7, Кузнецк 133, Самара 425. Далековато, до дома ближе. Вот и Пенза, а вот она родная. Хорошо, что с утра мы уже здесь. Есть время что-то поискать. Загрузочки. Загрузочки. Знак 60. Блин, что-то я в эту мегу зашел. Ценник, конечно, здесь все открыто. Не знаю, или просто везде так запчасти вынесли, но что-то мне показалось здесь дороговато. Куплю топливо, куплю топливо. А у нас есть еще. Попаду. Что-то на юга
хороший кофе. Вот оно из Бобря. Кофе куда? Даже в Дагестан съездил, в Чечню, блин. На Каспий покупаться. А нету. Вот попали под один светофор и прям вроде бы это. И штычки пошли прям. Лазить туда. Так вот я люблю пробираться на выгрузку. Тогда все прям. А время у нас, блин, без 28, пацаны. Без 28. Кто-то летит, да, кому-то на работу подальше, кто-то не спеша и... налево. Сейчас мы будем где-то налево уходить, сейчас направо так плавненько, а потом налево. Вот тут-то вот. Следующего светофора направо и налево, но одинаково тут получается. Здесь даже покраснее почему-то пробки. Ну типа не пробки, но светофоров может. Короче, здесь что-то он нам это
красноты побольше придает. А мы вон дальше доедем, да и Майл. Майл, вон вдалеке что-то вижу. Что-то, короче. Там есть дальше. Стоит какой-то заводик. По улице Чехова мы поедем. Во. По Чехову. Так, на 5,5 осталось. Лево. Там остается у нас тоже 2,5. Маш проехали, мебель. Все, нам 2 километра по прямой. А, нет, 1,7. И направо. Чуть-чуть ошибочка.
куда-то вот сюда съехали. А, не пойму только. Что за фишка здесь может быть такая? А что, мы приехали? Только куда? А, еще пока не. А, во, водопровод, точно, мы же канализацию везем. Ё-моё, приехали. Все, баста. Стас, Дюша, летел. Так. Ладно. Солнце здесь, конечно, жарит, варит. Развернемся-ка мы лучше. Солнце туда. Ты что, грузиться сейчас будешь? Нет, у тебя полная, что ли? Да. А, ну нет, не полная, у меня так. Не, мне-то развернуться надо. А. Туда, куда-то нам проехать дальше. А, да. Просто как развернуться мне тут, блядь. О, я там не развернулся. Реально, но. Процесс пошел выгрузки. Развернулся я чудом, короче. Выгружают. Ждем-с. Выгружают уже атишку мониторю. Не знаю, что-то вообще. Груза вроде были нормальные. Что-то сейчас звоню, блин, уже их нету. Улетели. Будем что-то искать. Если найдем, конечно, сегодня пятница, блин. Так, все, мы выезжаем. Блин, что-то смотрю, атишку ничего нет. Но это ладно, второй момент там. Груза, которые были мне интересны, они, оказывается, ушли уже. Но они ушли не сегодня, как я понял, а вчера их просто с атишки не сняли. Блин. Походу, домой я поеду пустой. О, скамеечка заработала. Брак. Тигр. Так, сейчас документы все сфоткаю нам. Сюда встанем пока.
друзья, уже до Оськина доехали. Загрузки я никакие не брал там с Пензы. Смысла нет там 3 тонны тащить за какие-то копейки там. Вообще, не знаю. Мне проще вот доехать вот так вот пустым. Спокойненько, пустым, без проблем. 3 тонны. А, не дай бог, что случись. Этих 5000 даже не хватит ничего сделать, блядь. Так что едем, наслаждаемся природой. Ветерок обдувает. Асфальтик новый постелили здесь. Правда, что там какой-то это неровный. Как стиральная доска, как будто закатали. Что, до новых встреч, как говорится. Всем удачи.
друзья, все, мы дома. Давайте. Всем удачи, на связи, всех благ, как говорится. Давайте, пока-пока всем.